В 19 часов 5 минут на службу 01 поступила информация о том, что по адресу Ярославского, 12/1, в здании Саха Экспоцентр на третьем этаже открытое горение. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через 5 минут. Из здания были эвакуированы 120 человек. Пострадавших и погибших нет. В 20 часов объявлена полная ликвидация пожара. К ликвидации принимали участие силы и средства пожарно-спасательного гарнизона города Якутск в количестве 51 человека и 13 единиц техники. Избежать жертв среди посетителей позволило своевременное прибытие пожарно-спасательных расчетов, а также сработка систем противопожарной защиты здания. Причины пожара устанавливаются.